после дождя улицу залило, воды по колено. Сейчас будем пытаться перейти дорогу. Наверное, снимем тапочки, пойдем босиком, чтобы не потерять их. Вон девушка пытается перейти. А, перешла. Что-то пока больше желающих нет. Но нам туда нужно, поэтому мы пойдем. Ну что, пойдем? Ну вот и все, не так страшно. А вот та же самая дорога спустя 40 минут. Ну вот буквально там 40 минут назад переходили ее по колено в воде. Сейчас зашли на рынок, покушали, купили овощи, фрукты. И вот дорога уже сухая. Даже следа не осталось, что было дождь.